Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайв. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется Галинка Малинка 2 обзоры. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Вы знаете, ребят, когда я сегодня выкладывала свой обзор на сегодняшний ролик Уралки, ну, на тот самый ролик, где она засветила вот эту свою новогоднюю компашку, которая была у них в прошлом году, да, где они, а, значит, там как раз-таки прославились по полной программе, так вот, я задалась вопросом. Я говорю, хотя, вы знаете, когда я задавала этот вопрос, сейчас я вам его скажу, да, я уже знала изначально ответ. Так вот, я задалась вопросом, собственно, как Уралка будет оправдываться перед своими зрителями, перед всеми зрителями? Нет, не перед нами, а перед своими, которые верят в каждому каждому ее слову, когда она сказала, что нет, 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 с этими людьми мы больше все краями, мы больше с ними никак не общаемся. Вот раз они так некрасиво поступили в прошлом году на новогоднюю ночь, да? Но ну, она же списала все это на тех гостей. Так вот, а, да. И сказала, что все с этими друзьями мы больше не видимся. И тут бац, друзья мои, мы их как раз-таки нам уже демонстрируют их воочию, во всей красе. Значит, вот двое вот этих детей, мама, Ира и вот этот вот дядька, да, значит, дружбан Сарафана. Но, ребят, когда я задавала этот вопрос, я прекрасно понимала, уже изначально знала ответ на этот вопрос. Конечно же, оправдываться она ни перед кем не будет, это естественно, потому что она прекрасно понимает, что ее процентов 99 ее хомяков, а они действительно хомяки, потому что там вообще просто ноль, как говорится, мозгов и ноль интеллекта они даже ей подобного рода вопрос не зададут. Им абсолютно плевать, что делали эти люди в прошлую новогоднюю ночь, чем они прославились, им плевать. Они говорят, ой, да ладно, там уже надо было забыть это сто лет назад. Ну, а те, кто еще будет задавать какие-то вопросы, они, конечно же, моментом тут же полетят в бан. Пусть без оскорблений, без всего, да, но возмущенные люди, они благополучно полетят в бан. Вот, в принципе, знаете, ничего удивительного. Я посидела, почитала, посмотрела комментарии на канале Уралки и пришла к выводу, что людей, уральских, вот этих вот, знаете, зрителей, уральских хомяков и ее же обожателей эта пара нисколько не возмутила в кадре. Их, а у них даже не было вопроса по поводу того, собственно, что вы с ними вместе делаете, ведь вы от них открестились год тому назад, сказав, назвав их поступок плохим поступком. Нет, ребят. И вы знаете, вот честно, мне стало страшно, среди кого мы живем. Вот действительно такие люди. Я прекрасно понимаю, что на канале Уралки зрители, да, со всего, так скажем, постсоветского пространства, да, и а наши же люди, так скажем, которые живут сейчас за границей, то же самое. Но опять же, вот люди люди как будто вообще ничего не понимают, что произошло, да, им абсолютно плевать, они готовы оправдать свой, своих кумиров, вот просто неважно, что они сделают, эти их всегда благополучно оправдают. Поэтому Уралка с Сарафаном, видя такое поведение своих хомяков, прекрасно знают, что те схавают от них абсолютно все. Ну, не просто так говорят, people хавает в данном случае, и так оно и есть. Вы знаете, некая Наталья Шестопалова, друзья мои, которая периодически да, пишет а, какие-то хвалебные оды на канале Уралки. Так вот это вот Наталья Шестопалова, она, значит, друзья мои, пишет комментарии следующего содержания. «Я рада видеть ваших друзей, особенно Софочку, с праздником! Всех, всем здоровья, счастья и успехов!» Представляете, да? Видимо, у Натальи Шестопаловой никто, как говорится, не воевал в Великую Отечественную войну. Видимо, настолько ей вообще пофиг веники, что те зиги кидали в новогоднюю ночь в в прошлом году, да, она очень соскучилась по уральским друзьям, по друзьям Уралки и Сарафана и очень счастлива видеть тех самых друзей, которые вот так вот, знаете, ногами топтали наши ценности. Ну что ж, Наталье Шестопаловой пожелаем удачи да, да, вот возможно найти такого второго сарафана или такого второго кабанщика, как называет своего друга ласкового сарафан. Ну что ж, как говорится, будете вместе вхожи в дом к Уралке и будете там устраивать всевозможные вот эти вот концерты по заявкам, да, как раз-таки в новогоднюю ночь, да и в другие, наверное, дни тоже устраивают. Ну, друзья, а это к тому, какие, какие кадры сидят на канале Уралки. Так чего мы с вами хотим? Вот те, кто действительно ею восхищаются, те люди, которые даже вообще не думают о том, а что там было, да, в принципе, пофиг, да, они тогда все свалили, сами сказали, нет-нет-нет, это не Уралка, нет-нет-нет, это Сарафан, это не Сарафан, это их друзья такие плохие, а теперь, оказывается, уже и, значит, хомяки-уралки, такие, как Наталья Шестопалова, готовы аплодировать вручную вот этим друзьям и говорят, да-да, все нормально, все хорошо, вы все, в принципе, правильно сделали. Ребят, единственный комментарий, который я увидела, где, а, по крайней мере, немножко ее носом вткнули, единственный из всех, там было 300 с лишним комментов, там было написано, не надо показывать тех друзей, из которых вы пострадали, хотя я не считаю, что они пострадали, они точно так же себя вели. Вам, Ольга, что все равно деньги слаще, вот это они вас имеют позор. Ну, вот действительно, это был единственный комментарий, где сказали, что не надо показывать этих друзей все остальные друзья мои были хвалебные комменты вот как следующий оля молодец с юмором говорит, камеру от КамАЗа надо. Уважаю таких людей, которые могут над собой пошутить. А вот здесь мне интересно. Ну, во-первых, Уралка сказала не от КамАЗа, а от БелАЗа, да, уж если на то пошло. Так вот, и это она повторила за мной, когда я сказала несколько недель тому назад о том, что ей надо камеру от БелАЗа. Но почему-то тогда, ребят, на, на, над моей вот этой шуткой, хомяки Уралки не стали смеяться. Они мне сказали, да как тебе не стыдно, да какая ты бесстыжая. А вот когда Уралочка повторила мои слова, что ей нужно скатиться с горки, для этого ей ватрушка не поможет, да, по той простой причине, потому что она туда элементарно просто не поместится. Но она сказала, да, повторила мои слова, и тут же уже хомячки ей аплодируют. Браво, Олечка, браво, какая же ты молодец. Далее. Далее. Далее вообще не менее интересный комментарий. Хомяков Уралки. Привет, Оленька и Сафар. Сердце радуется, когда вижу снег. Люблю вас смотреть. Оля, ты молодец во всем. Во всем, главное, да. И когда посылают посылает на три буквы молодец, и когда сдохнуть людям желают молодец, и когда а, Зигу позволяет кидать в своем доме, тоже молодец. И вот ей пишут. Ты, Олечка, не обращай внимания на негатив диванных дам. Друзья мои, девочки, мои дорогие, представляете, мы с вами оказывается диванные дамы, да-да, это мы с вами диванные дамы, а Олечка наша девочка, наша фефочка, это, наверное, самая настоящая зожница, она спортсменка, комсомолка и просто красавица, ребят, я валяюсь, нет-нет-нет, это вовсе не Олечка у нас ходила, значит, вот этой вот поступью уточки, да, переваливаясь с одной ножки на другую, как вот это вот, знаете, важная гусыня. Вот так вот. Нет, нет, нет. Это вот это мы с вами, диванные дамы, а уличка у нас, она такая вот просто на подъем шустрая. Ребят, мне действительно смешно. Вот понимаете? до них даже не доходит, да, что 24 на 7 как раз-таки вот эта тетенька-зожница, вот эта вот спортсменка, комсомолка и просто красавица, находится как раз-таки у себя в маленькой при маленькой квартирке. И весь ее вот этот вот маршрут – это три шага и кухня, три шага и уже конец комнаты. Все, там негде ходить абсолютно. 24 на 7 тетенька проводит на кухне. И не, не потому что, знаете, вот она пытается ублажать, своего вот этого сарафана и ее сына, да нет, просто она сама любит пожрать, и пожрать она любит много, по этой причине ей приходится очень много готовить ничего здесь в этом никакой тайны я думаю, никому абсолютно не открыла, да, но вот смешно согласитесь, диванные дамы диванные дамы, между прочим работают, имеют семьи, имеют детей да, выходят и ведутся здоровый образ жизни, в том числе и гуляют, не, ш... не три шага ступил, ой я за поворотом прошлась, и она пыхтит. Ребят, представляете, 52 года, тетки, 52. Я говорю, сегодня бабульки бежали. Сначала они бежали сзади, вот как раз-таки в ее ролике, где она шла а, на следующую горку, да, и бежали с палочками. Бабульки, которые старше ее на 30 лет. Эти бабульчики такие молодец. Мало того, что они сначала бежали сзади, потом они и поравля... поравнялись с ней, да, шли уже параллельно с Уралкой. Потом они бегом с этими палками ее обогнали. Я посмотрела, думаю, надо же, какие бабушки молодцы. Вот сразу видно. И таких у нас полным-полно. Допустим, вот я вижу уже пожилые, да, женщины уже 80, может, 85. И они, представляете, даже вот просто ходят к кто-то ходит с палочками, да, занимается спортивной ходьбой вот этой вот. Но в любом случае люди стараются двигаться, конечно же. Но нет-нет-нет, все, кто обсуждает Оленьку, это все исключительно диванные дамы. Оленька у нас спортсменка. Это мы сегодня не Оленьку видели, которая переваливалась, как тетя утка, с ноги на ногу. Далее. Далее, ребят, Сафар с Олей заботливые родители. И для Абдугани, и для девочек-малышек, пишет еще одна а, значит, свой комментарий. Классно, проведи время с гостями, проводите, неделю будете отходить. Что-то какая-то хрень, от а чего они будут отходить неделю, я так и не поняла. Видимо, отчая, да, ну, такие заботливые родители, да. Мы это уже видели, далее, ребят, интересный комментарий хорошо снежок идет, зима в полном разгаре, а у нас в Воронежской области идут дожди, Сафар молодец, как палочка-выручалочка деткам хорошего отдыха всем, я сначала не поняла какой он там был, а, какая он там был палочка-выручалочка а потом до меня дошло потому что ему самому хотелось покататься на этой горке на, эти, на этой ватрушке и он на ней в принципе и катался, да, в том числе и сам с детьми, потому что больше никто прокатиться с этими детьми не мог. Вы видели Уралочку? Уралочка бы на ватрушке не поместилась. А мать этих девочек, тоже уже взрослая тетя, тоже бы не поместилась. Она такая же. Ну, может, чуть-чуть тарик поменьше, но вот, в принципе, такая же. А папаша, я не знаю, не видела, ехал он там, съехал, не съехал. По-моему, один разок как-то съехал. Поэтому, конечно же, Сарафану пришлось, как говорится, спасать положение и кататься. Да и плюс, я уверена, что он сам хотел просто элементарно прокатиться. Далее. Далее комментарий. Комментарий, значит, тоже одной зрительницы, ребят, который многое для меня раскрыл. Кто же такие хомяки-уралки? Так вот, некая зрительница ей написала. Не знаю, насколько это правда, неправда, но, в общем, зачитываю комментарий. Ой, Оля, уморила с камерой от КамАЗа. Как хорошо, когда человек может относиться к себе с юмором. Я тоже над собой так же шутила, тоже есть проблема с лишним весом, но уже 10 января будет год, как что-то щелкнуло в голове, и я начала борьбу с лишним весом. Получается, сбросила больше 40 килограмм и буду дальше идти. Настрой позитивный, результат есть. Хочу еще 30 кг сбру, ой, 20 килограмм сбросить. Потихоньку, помаленьку буду стремиться и тебе. Оля, желаю, чтобы у тебя что-то щелкнуло. А, все в наших руках, все в наших силах. Надо верить, и все сбудется. Стряпую, пеку, мол, всех кормлю, всю семью всем готовлю, но сама, мол, то, что нельзя, не ем. Ребят, не знаю, насколько это правдивый комментарий, но, опять же, если вес у человека был лишний, большой, то я могу поверить в то, что за год она действительно могла сбросить вот эти вот 40 килограмм, да, и было бы желание. Действительно, было бы желание, было бы желание, но у Уралки никакого абсолютно желания нет. И вы знаете, вот когда я прочитала этот комментарий, тут же я зашла, там уже под этим комментом была ветка, и под, этими, под этой веткой, значит, вот эти вот хомяки Уралки начали писать, ой, ой, Галенька, подскажите, пожалуйста, там какая-то Галина Мясникова писала этот комментарий, Галя, подскажите, пожалуйста, как же вы похудели, да на какой диете вы сидели, да что делать, ребят, я вот, знаете, когда читаю такие комментарии, мне становится так смешно, вот такое впечатление, что люди ни разу не слышали, как можно худеть. Вот правильно, да, правильно говорят, просто надо закрыть рот и как можно меньше есть. Можно есть небольшими порциями, но чаще, да, нежели наваливать себе огромные горы еды и вот это все в себя поглощать и так далее. Плюс есть продукты, от которых все-таки стоит отказаться. Да, можно есть там картошку хотя бы там, ну, достаточно редко, допустим, да, а ненужные вот эти вот пустые углеводы, и я думала, что все об этом абсолютно знают. Но дело даже не в этом. Вот смотрите, Уралки значит Уралкин зритель написал вот такой комментарий и тут же Уралкины хомяки бросились спрашивать ой подскажите а как можно похудеть то есть получается они все сами хотят похудеть но при всем при этом они заходят на мой обзорный канал, обсуждают нас с моими зрителями, да? постоянно нас обвиняют в том, что мы страшные, в том, что мы ужасные, в том, что с нами никто не живет, а сами при всем при этом постоянно пишут, Оля, а мы тебе завидуем, Оля, а мы завидуем, что у тебя такой сарафан, Оля, а как нам похудеть, да, спрашивают они у других зрительниц, то есть получается, они сами живут в своих вот этих вот комплексах, их никто не любит, да, они одинокие, а может быть и с мужьями, которым они сто лет не нужны, но вот эти свои комплексы они постоянно почему-то пытаются повесить на нас с вами, да? Мы завидуем тебе, Оля, так здорово, что Оля вы куда-то выбрались, а что у вас нет возможности куда-то выбираться? Да, во что нет машин, сейчас в каждой семье по несколько машин. Да даже если нет машин, даже возле, если представить, что нет машины, есть общественный транспорт. Можно вызвать такси и поехать куда-нибудь. Неужели так сложно? Отправиться куда-нибудь, а, так скажем, отдохнуть, да, не сидеть 24 на 7. Ребят, я просто даже не представляю, что это за люди, которые пишут на ее канале подобного рода глупости. Чему можно завидовать теории, если честно, до сих пор не понимаю. В общем, да. Далее, 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 далее. Какие комментарии? Вот и писали такие хорошие комментарии. Как же у вас все прошло хорошо? Какая чудесная погодка? Какой обдуганий молодец? Какое душевное получилось видео? Да, ребят, то есть их вообще, Уралкиных хомяков, даже не волнует та ситуация, которая произошла ровно год тому назад. Их мало волнует вот эти друзья и то, что она продолжает с ними общаться, да, и то, что это люди, которые так и думают, раз они позволяют себе такие вещи. Поэтому, что здесь говорить? Здесь даже, в принципе, говорить нечем. Вы знаете, вот чьи че... Даже не знаю, от кого стало более тошно. То ли от Уралки с Сарафаном после их вот этого очередного вранья, то ли после того, какие же люди да, живут, возможно, рядом с нами, которым абсолютно все равно. Вот просто все равно на какие-то... Ценности, великие ценности, да, которые были, есть и будут абсолютно у нас всегда, по крайней мере, у нашего народа, да. Абсолютно все равно, вот просто все равно растоптать, заплевать, все что угодно. Нет. Но, видите, ребят, вот как-то как, -то, как -то так, как говорится. Поэтому ничего удивительного, что она не стала даже никому ничего объяснять, абсолютно. И потому что она так не посчитала нужным это сделать. Но то, что она, видимо, забыла, что она говорила год тому назад о том, что нет-нет-нет, мы больше с ними не общаемся, да, взяла их спокойно, вывалила на свой канал, показала, продемонстрировала, так скажем, опять во всей красе, чтобы мы все вспомнили эти лица, да, которые нам тогда на тот момент и -то против ну, в общем, да, молодец. Еще раз, еще раз Уралка показала, что для нее соврать это просто, друзья мои, абсолютно ничегошеньки не стоит. А после этого мы будем опять слушать сказочки про вот эту добрую, простую, святую женщину. Ну да, ну да. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую обнимаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья. Здоровье, еще раз здоровье. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное. Спасибо, всех целую, всем пока.